Скворечник какой. Приехали в какой-то парк. И вот такой еще скворечник. Такие попроще еще скворечники. А вот это что такое? А, еще вот такой вот есть. Гляньте, как ганделя какая-то. Неля ганделя. О, погоняло такое. Ганделя. Ой, сколько их. Может быть, дети делали? Вон мой отчим ходит под зонтиком. Ой, что я сказала? Мой свекр. Это что такое? А, это освещение. Думала, санитайзер. Антибактериальное средство нет. О, ой, что-то там такое. О, господи, где это мы? О, кафе какой-то. Кафе, это хорошо. А вот мариванна. У нас такая же во дворе растет. Гляньте, похоже, да? Это на самом деле какое-то китайское дерево какое-то. Или японское. Вот зонтик можно взять, кстати. Я без шляпы. So we have our big gallery is this big kind of round building you just see out the window to the left there. Yeah. That's our big public gallery. We have two different shows in there. А вот так оранжевый, а так желтый. Детик. Хватит тут вот улыбиться. Nothing funny. Funny, funny. Nothing funny. Hilarious. Под зонтиком. Кто-то каменюку расписал. Суккулентные такие, как розочки, прям маленькие. И что, откуда начать? Откуда начать? И чем закончить? А в чем прикол так просто ходить здесь? Где опочивальня, где столовка, где туалет? Вот это нам покажите. Ой, что это такое? Господи, это ж надо было камушек или ракушки, это ракушки засунуть. Вот в эту дверь или что это такое? Прикольно. Это мастерские, стулья. Короче, чувак делал стулья. Ой, а это похоже на мяско, на косточки. А как вовнутрь пройти? Это какой-то офис. Хай! Птычка. И что, туда и можно пойти? До сих пор, может, делают стулья. А вот такой вот стиль. Ой, деревом пахнет, как классно. А вот, смотрите, до сих пор делают. Ух ты, цех какой. Заготовки. Вот станок. Слава богу, бесплатный. Бесплатный музей. Что тут смотреть-то? Смотреть нечего. Только в окна заглядывать. Вот один цех вам показала. Что-то такое интересное. О, тоже вот искусство какое-то. Желтый бриз. Это у нас в огороде растет. Этим нас не удивишь. Что-то у них тут все подсохло, засохло. Мухи на меня садятся. Вот вы знаете, мухи на что садятся? На сладенькое, неправильно, что вы подумали. На сладенькое мухи садятся.
Я сладенькая. Мы все девочки сладенькие. Ой, а что это? О, слива. А интересно, можно рвать? Ну-ка, давайте. Апельсину мы мандарин нарвали. Давайте сливу пойдем. А, мне ж нельзя. Ё-моё. Жалко. Ой, блин, такая слива хорошая. А мне нельзя. У меня была лазерная операция на десны. Теперь 3 дня только пью, потом пюре буду есть. Ой, еще слива. Вот нам надо сливу посадить с жечиком. Смотрите, какая слива. Сохраню, может быть, когда мне уже можно будет есть. Ой, прям слюнки потекли. Ой, у моей бабули чернослив рос. Ой, какая вкусняшка. Ой, короче, ничего не понятно. Вы что-нибудь поняли из вот этого места? Ой, что-то я заплутала. Куда идти-то? Там вон апельсины. Какое-то место для детей. Вон там какие-то штучки-дрючки. А вот больше стульев еще. Нафиг они кому нужны, эти стулья? Так, а ну-ка, что здесь? Ой, что это такое? Кто это? Собака где-то гавкает. Может, там люди живут? Может, тут вообще ходить нельзя? А вот виноград. А, да, смотрите, приватная резиденция. Значит, люди живут. Статуи какие-то непонятные. Что они обозначают? Где пояснение? О, господи, так, пойдемте дальше. Какой интересный затвор. А вот, смотрите, бегущая леди, бегущая дама, вон, видите? Бежит и говорит, пора бечь. Интересно, у них бассейн есть? Маманька с Джейм остались сидеть в тенечке. А мы с моим свекром шаримся тут. Я его где-то видела. Очень жарко. Наверное, больше 30 градусов. А вот и... Ой, муравьишки какие. Это стол, недоеденный тортик. Нет, не то, что недоеденный, начатый. Но, видимо, не понравился. А, это торт муравьев. Тарелочка, вилочка. А эти в гости идут или наоборот? Ноги делают. Где у них жопка-то? О, вот эти не хотят торт. И вот этот не хочет, а этот хочет. А, стырили кусочек. Вон оно что. Или что? Или им отрезали. Отрезали, наверное. Уж тырит так целый. Что там кусочек? Херню кто-то построил. Как она называется? Правильно. Прямо из мрамора. Ой, что-то я заплутала. О. О, как много тут таких. Ой, а это приватная территория или что? Где это я? О, дверь какая. С пыточкой. Еще народ
Приехали, никого не было. Там бежали. В кино хотят в мое попасть. Так, это же такое тут за мусор. Не пойдем туда. Вдруг здесь змеи, правильно? Вон ящерица ползает, значит, и змеи есть. Еще какой-то арт. Господи, думала, показалось, нет. Разврат какой, ужас. Ой, не, я бы не хотела здесь жить. А это кто? Хвост трубой? Жарковатенько для такой прогулочки. О, господи, гляньте, феникс какой выглядит, оказывается. Вы знали об этом? На ножках, обгоревший такой бедняга. Агава. Пока я одна, расскажу вам, как мы проводим время. Значит, мой свекор ездил на соревнования, выиграл золотую медаль, играл с женщиной, она тоже оттуда, с Северной Калифорнии. Это его партнер по пикболу. Вот, и она, кажется, в Уимблдонском турнире когда-то принимала участие. Вот, выиграла медаль золотую, но она не выглядит как золотая медаль. Мы со свекровью, значит, зарядочку делаем такую небольшую, разминочку мы с ней делаем. Ну, там завтрак, туда-сюда, в бассейн ходим. Что вон там еще? Книжечки она читает. Книжечку она с собой привезла. Смотрит теннис, она очень любит. Теннис. Так, куда это я зашла? Ну вот, плов я готовила, показывала в инсте. Очень понравился ей, и свекру. Огурчики у меня малосольные были. Тоже им очень понравилось. Мама сказала, что она тоже так делала когда-то. Ну, Джечка мама, ну и моя. Как я помню, один раз назвала ее мамой в каком-то видео. Так на меня там налетели. Типа, какая на тебя мама? Ой, смешные детки такие есть. Но сейчас не об этом. Вот. А так в основном по ресторанам. Я вот сегодня они обедали. Я себе заказала томатный сок. Сейчас встаю тут девушку покажу вам. Прям мы с ней похожи. Томатный сок заказала. И капучино, и все. Бульонов у них не было. Суп какой-то был, я не брала. Только... ликвид. Дринкать только можно. А потом уже можно пюре. Погуще уже пищу можно. Мандарины, которые мне опять же нельзя. Издевательство прям какое-то. Вот. Еще сегодня приедет брат, который живет в 2 часах от нас. Один из братьев. Я ей спаленку там украсила, пиончики купила, тоже фотку показывала в инсте, эту растяжечку, happy birthday. На самом деле, это просто какая-то инсталляция, не знаю, что это, вот еще одно гнездо. А что-то птички не очень хотят в эти гнезда лезть. Еще одну. О, какой-то. Ух ты, интересно. Такая
трехдневная небритость. А что это у него так рот открыт, извините? Что-то я не понял. Он кто? Как-то скромнее надо быть. Это к чему вот этот рот так открыть? Птичка вон на нем сидит, бабочки. Наверное, добрый человек, видите? Добрый-добрый. А ничего птичкам не дал. Или это его птички так поклевали? Давайте, какие пишите, какие будут мысли по этому поводу. Ой, большой такой парк. Обалдеть. Такой своеобразный какой-то, я бы сказала. Вот какие-то гоблины. Это кактусы так цветут. И вон какой-то арт, произведение искусства какое-то. Нам непонятное, неведомое. Вот это что такое? Ой, ну такое вот, ну такой же каждый нагородить может, правильно? И мы с вами можем нагородить. А вон яйца. О, Господи, это кто это? Избушка на курьих ножках. А от кого это, интересно? Чья-то ностальгия. А по ком? Что-то я не поняла, по ком это ностальгия. Боже, ужас какой. Ну и ностальгия у кого-то. Ну, цветочки прикольные. Необычные такие. Боже, как жарко. А вот какая-то фигня. Банки жестяные. Видите, все дело. О, десертные колокольчики. Прикиньте. Это ж надо так назвать. А вы бы как назвали? Хорошо, хоть не бубенчики. Только колокольчики. Вот тоже. Вот сколько талантов, гляньте, выставляются. Ой, вот это очень интересное какое-то растение. И яйца. Ой, хорошо я кроссовки обула. То хотела на каблучке. Ой, колибри, не бойся. Ух. Ой, их две там. Я тебя не трону. Ты не беспокойся. Видите, как классно. Значит, у меня вот такая диета. Я только пью. Ну, овощные соки я пью. Прямо купила смесь овощных соков, где поменьше содержание сахара. Вот. Ну, кофе там, чай. И вот я тут хожу уже сколько. Я же камеру выключаю иногда. Наверное, похудею еще больше. Ну, что, так вот сюда надо было Джи с мамой прийти. Здесь тенек. Хотя они тоже в теньке сидят. Но там как-то жарко. О, слушайте, грецкий орех, что ли? Или это инжир, или что это? А, это инжир, наверное. Так надо будет запомнить, когда инжир созреет, приехать сюда еще раз. Хрукту поесть бесплатную. Кстати, инжир такой можно же в магазине купить. Так с дерева оно полезнее и вкуснее, и бесплатно. Эти какие-то для динозавров какие-то гнезда. Не знаю для кого. Так, и шо, и куда, и дальше. Опять я заплутала. Все, заплутала окончательно. Я по кругу хожу, все одно и то же, все леса, поля. А вот, кажется, сюда. Слава богу. Ой, это бутылочное дерево, только отцветает уже. Цветочки есть, а вот этой щетки нет. Как, не бутылочное дерево, а бутылочное. Щетка дерева. Что-то уже все ушли, а что я тут одна? Все, дорогие мои, надо домой ехать. Очень жарко. Интересно. Один раз тут побывать, можно и не бывать. Нафиг надо вот это...
зато бесплатно, знаете. В наше время нелегкое. Это очень ценно, что бесплатно. Сидя roots in boots. Город корней. Нет, сидя roots in. А город корней в ботинках или как? Перил такие. О, слава богу, нашла. Офис, офис, офис. One more city routine boots.